А теперь подробнее об этих и других новостях. С 1 июля в России вступает в силу ряд федеральных законов. Новые правила избавят жителей страны от части бюрократических неудобств. Сократится срок оформления паспорта, упростится процедура регистрации по месту жительства, а на прием к врачу можно будет ходить без полиса. Изменения коснутся и порядка начисления пенсии. С 1 июля жители России, которые имеют право на единовременную выплату, смогут оформить заявление в электронном виде через платформы госуслуги, Пенсионного фонда России и Негосударственного пенсионного фонда. Со следующего месяца начнут действовать новые правила получения и подтверждения инвалидности. Отныне появится возможность выбирать по желанию, как проходить комиссию в очной или заочной форме. С начала второго полугодия будет упрощен порядок закрытия предприятий. Теперь сделать это можно будет, направив заявление в Федеральную налоговую службу. Еще одно изменение коснется производителей сладких напитков. Этот вид продукции необходимо отмечать акцизами. Обозначать марками станут напитки в потребительской упаковке, содержащие сахар и сахарозаменители, содержащие более 5 граммов углеводов на 100 миллилитров.